Друзья, всем привет. Давайте посмотрим, какая у нас ситуация на данный момент по ценам на крипторынке. Биткоин у нас 57 на момент записи видео, 57 420. Мы увидели вот такую коррекцию, ну она просто обязана была быть. Крипторынок всегда, да и в общем рынок всегда бесконечно вверх не идет. Мы видим, вот тут вот было такое затишье и вот такая коррекция небольшая. Мы уже раз пробовали сходить вниз, вот локальный минимум у нас был примерно в этом же диапазоне. Потом был отскок опять, попытка пойти на АТХ, на All Time High. И мы опять пошли вниз. И здесь я в своем телеграм-канале писал, что если мы пробиваем вот этот прошлый локальный минимум, есть вероятность нам скорректироваться ниже. Мы сходили слегка ниже, но отскочили. И опять, как мы видим, мы находимся в диапазоне прошлого локального минимума. Что это значит? В принципе, это может значить все, что угодно. Вам могут рисовать любые графики, любые диаграммы, любые индикаторы. Куда маркетмейкеры поведут, туда цена и пойдет. Но, тем не менее, мы видим, что вот эта свеча, которая пробила прошлый локальный минимум, она была откуплена вверх. И мы опять вернулись на этот локальный минимум. Возможно, дальше будет проторговочка, будет какой-то флет. А куда потом цена пойдет, смотрите. Давайте смотреть. Если, условно говоря, второй раз мы на этих значениях остановились, значит, это какая-то условная точка. От нее будем считать отправление, куда пойдет. Куда, если пойдет вниз, значит, будет вероятность. Ну, это, конечно же, такое. Есть вероятность, что, значит, мы уже в каком-то там нисходящем тренде. Может быть, локальном, но тем не менее. Если мы сейчас будем проторговываться и чуть-чуть начнет корректироваться цена, возможно, мы будем тогда подрастать. Все покажет только время. Ну, а мы с вами давайте посмотрим на Notcoin, в котором многие, наверное, уже начинают разочаровываться. В принципе, и я не разочаровался, но, тем не менее, то, что в самом боте и приложении вообще ничего не происходит практически, никакие не соблюдаются сроки указанные, это уже как-то, ну, не совсем красиво. То есть обещали в июне месяце добавить возможность всем, кто не участвовал вообще в этом боте, либо вывел, опять заводить туда ноткоины и так называемые стейкинги участвовать и повышать свои уровни, там золотой, платинум уровень ставить. Но ввода ноткоинов в боте нету. Но тем не менее они добавили возможность автоматически запускать рекламные кампании на своей площадке. Это уже несколько дней, как это произошло. Минимальный вход, по-моему, от 20 тысяч долларов. Но я что-то пока в боте вообще ни одной рекламной кампании не вижу. Либо я на них не попадаю. Нет ничего. То есть очереди из рекламодателей, как там во всех интервью говорили, что вот у нас стоит там очередь километровая из рекламодателей. И мы только ждем, вот, чтобы запустить наш Explorer, который автоматически будет добавлять, и не надо будет вручную все это делать. Explorer они вроде как запустили, автоматическое добавление запустили. Но я не вижу. Пока, возможно, все-таки еще это запуск произошел, но это не работает. Посмотрим, что будет развиваться. Скорее всего, на фоне вот этого всего мы видели, во-первых, снижение, то, что ничего не происходит с монеткой. Сейчас они запустили этот Explorer. Возможно, вот этот вот отскок, да, вот от значений почти от... Сколько это? Даже меньше цента, да, это 0,9 цента цена. Отскок до 1,6 цента. Возможно, это вот результат запуска этого Explorer. Теперь мы притормозились опять. И, наверное, настроение опять непонятное, потому что вроде как где рекламодатели, где откуп из рынка. Возможно, это будущие рекламодатели откупают ноткоин, чтобы начать в боте рекламу. Я не знаю. Но, тем не менее, я хотел купить по одному центу. Чутка, как говорится, да. И даже выставил лимитку по 0,9 цента. Ну, так думаю, да, выставлю лимиточку. А вдруг сходит, коснется и заберет. Вот примерно, да, вот здесь вот по 0,9. Ну и по классике на мои 0,9 цента не сходило и отскочило на 50%, даже больше, на 60%, если бы
если бы закупиться по 1 центу, вот тут вот было, и 60% вверх. Это ну просто шикарный, просто шикарный результат. Даже вот, на, скажем так, даже вот на вот этой области, вот сейчас буквально за один день, можно было неплохо заработать. Какие мысли по Nutcoin'у? Я даже не знаю, если они все-таки запустят и приложение начнет работать и появится у токена все-таки так называемая юзабилити, то есть возможность его использовать, откупать с рынка и запускать рекламные кампании какие-то на... И это будет пользоваться спросом. Я думаю, что да, возможно, мы прошлые хаи мы еще должны увидеть. Насколько быстро и как это будет в перспективе, не знаю. Время покажет. Это все дело, как говорится, всегда ни одного дня, может быть, ни одной недели. А судя, как идет скорость разработки и запуска в самом боте Nutcoin, это месяца, возможно. Возможно, месяц, возможно, два мы что-то должны увидеть. Кстати, вы видите у себя на экранчике вверху слева, это один из хайповых проектов TopSwap, который замутил уже несколько дней, идет бесконечный, не безостановочный стрим, в котором они выкладывают коды, промокоды, которые примерно сейчас держатся 2 минуты на экране, и пока промокод есть на экране, вводите прямо там в самом приложении в боте и получаете монетки. Мне кажется, этим самым они убили вот этим стримом ценность самого кликания. То есть кликать не надо. Там монетки различные номинала. То есть можно получить 10 тысяч, 20 тысяч, 50 тысяч монет, 100 тысяч монет, 200 тысяч монет, 500 тысяч монет и 1 000 000 монет за один промокод. Я ловил несколько раз промокоды, которые получал по 1 000 000 монет. Соответственно, если вы не участвуете, например, в том же TopSwap, очень хорошая возможность сейчас прямо зайти с нуля, посидеть и попробовать словить вот в этом стриме промокоды, ввести, и, возможно, вы словите несколько 1 000 000 да, монет, и вообще шикарный старт. Ну, или если вы там что-то там кликали в этом TopSwap и перестали, шикарная возможность вам просто свой баланс, скажем так, приподнять. Ну, а я крайне негативно отношусь к этому стриму. Он полностью убивает, скажем так, ну, как это сказать, даже не убивает, но полностью сводит на нет все потуги людей, которые начинали еще в феврале в этом проекте в TopSwap, кликали, набирали там пальчиками, месяцами эти балансы, чтобы там 10-20 миллионов, теперь можно ввести несколько промокодов и просто это же количество монет просто залутать из-за каких-то промокодов. Я надеюсь, что это на выходные и этот стрим не будет бесконечным. Ну, давайте вернемся к Nutcoin'у. Кстати, TopSwap, ссылочка оставлю в описании в первом комментарии. Пока в Nutcoin'е, в принципе, ничего не происходит, никаких ввести, например, если у вас нету там статуса в Nutcoin'е, ввести ваши ноты туда пока нельзя. И даже самих никаких не выходит в боте заданий. То есть и заработать там нельзя. Ввести только можно вывести. Я, если честно говоря, у меня есть Nutcoin'е золотой статус на одном из аккаунтов. Я смотрю на цену. Если цена пойдет на примерно на прежние all-time high, очень большой соблазн вывести и все слить. И ждать очередного падения цены Nutcoin'а. По большому счету, если бы слить на примерно на прошлом АТХ и перезакупиться сейчас, то зачем он нужен, этот золотой статус, если бы я мог в разы, в десятки раз больше заработать, а заработка сейчас в боте Nutcoin'а нету. Ну, короче, такое о себе. Много они там себя хвалили. Несколько интервью я смотрел, но толку пока маловато. Посмотрим, что будет дальше. Друзья, подписывайтесь на YouTube, а главное, подписывайтесь на Telegram-канал. Все проекты, в которых я участвую, и тот же TopSwap, там выходят видео, там надо вводить коды. Тот же Хомяк, также PixelTab есть интересное тоже приложение. Все-все-все я выкладываю в своем Telegram-канале. Я считаю, что довольно оперативно, особенно по всяким комбо и шифрам. Или кодом. Все, всем пока.